Внимание, народ, все по местам, приступаем к шоу. Обслуживаем по полной, бегом. Добрый вечер, Микки. Я надеюсь, у тебя был счастливый день. Микель, найди ты себе невесту. На что она мне? Отец? Ты не получишь мои рецепты! Никогда! Где ты был? Ты был мертв, черт побери. Мы знакомы? Я Микель. Моего сынишку также зовут. Но это я. Ври больше. Это я. Нет, чушь собачья. Тебе 7 лет. Вот же идиот. Тебе 8, 9, больше. У него из памяти лет 30 выпало. Он путает времена, воспоминания. Какой-то бродяга на кухне всем указания раздает. Эту ерундистику мы оставим и подадим ужин так, как его всегда подавали в Атари. Он совсем того? Нет, не того, но с придурью. Боже, кто приготовил эту бурду? Раз ты ближайший родственник, тебе о нем и заботиться. Извини. Сядь в машину. Зачем в машину? Затем, что я за тебя отвечаю. Почему? Потому что я твой друг. Мой друг? Что ты несешь? Ты же просто пижон. Итак, я Микель. Я отвезу тебя в одно место, которое много значило для тебя и для меня не меньше. Ты вспомнил? Хочешь со мной переспать? Что? В машину меня сажаешь, везешь в какое-то место. Этот или этот? Не знаю, я смахиваю на мадридца. Ты глянь, Ален Дюкас, Ферран Андрея, это же боги мировой кухни. И он рядом с ними. Ты спятил, Микель? Зачем ты его притащил? Этот человек вернулся, чтобы указать нам путь. Тип, который застрял в 90-м году? Так точно. Именно туда мы и должны вернуться. В этом году. Отец, шлагбаум, шлагбаум! У него совсем поехала крыша. Нет же, она возвращается потихоньку. Что ж ты сделал? Я мерзавец, который ему жизнь испортил. Я в долгу у него. Лауреат премии Гойя Карра Элихальде. Лауреат премии Гойя Энрико Укер. Меган Монтанер. Я не позволю тебе пропасть еще на 30 лет. Битва шефов. Давай-ка ты одну вещь запомнишь. Никому не удавалось меня провести. И меня тоже. Ишь ты. Это мы еще посмотрим.